Вітаю вас, шановні глядачі. Мене звати Юлія Стефорова, і сьогодні у нас в студії наш гість, депутат Верховної Ради України, лідер партії «За життя» Вадим Рабінович. І зараз ми будемо обговорювати суспільно важливі теми, які хвилюють кожного українця і сумчанина. Зокрема, наші краяни дуже незадоволені медичною реформою, дуже незадоволені якістю медичних послуг, люди зневірені, люди висловлюють обурення з точки зору хабарництва, яке там все ж таки процвітають. Ваш діагноз і ваш рецепт, чи можливо вилікувати, чи можливо такими методами зцілити нашу медицину, і аби наша охорона здоров'я, зрештою, охороняла здоров'я і життя громадян? Знаєте, що я вам скажу? Я когда-то, по-моему, полгода назад, когда партия «За життя», мы стояли все время возле, почти каждый день, холодина была собачья, я еще помню, и мы там под тысячи людей стояли под Национальным банком, мне очень такие грамотные люди в нашей стране сказали: ну зачем вы это делаете? Гонтарева все равно уйдет только вместе с этой властью. А мы верили в победу и знали, что без этого нам сложно. И вот недавно мы сделали большой салют освобождения. Салют, когда Гонтарева ушла, мы сделали большой салют. Люд был очень красивый. Это такой, знаете, нам было всем приятно, показывали по телевизору. Сейчас мы стояли возле Минздрава, у нас опять было 1000 человек, и мы сказали, что мы будем бессрочной акцией, мы будем и завтра там ходить, и к ней домой пойдем. Их задача сделать так, чтобы мы смирились. Смирились с тем, что абсолютно безграмотный человек приехал в нашу страну. Просто уничтожив 49-ю статью Конституции, просто наплевав на мнение выдающихся украинских специалистов. Я разговаривал с директорами 7 крупнейших медицинских таких академических учреждений. Все они считают, что то, что творится, не разумом, не даже злым умыслом, не это какие-то, знаете, черти правят бал. Вот я не знаю, что еще сказать. Вот пришла сатана и творит вот такое. Потому что не может здоровый человек. Она когда первый день появилась и сказала, что главная наша задача – трансплантация органов, люди, ее в этот же день надо было отправлять назад чартером, там, знаете, туда. После этого появились законы о продаже крови. После этого появились законы о том, что нам туберкулезные не должны лечиться. Она закупила на миллиарды украинских, между прочим, денег, лекарств, которые никогда не закупались, просроченных. Она засекретила для профильного комитета Рады, просто нагло сказала, что засекречена информация, где она что покупает. И мы все терпим, потому что она вроде назначена каким-то сильным дядькой из-за рубежа. Я сейчас видел заявление руководителей европейских стран, которые поддержали Супрун. Я хочу обратиться к руководителям этих стран, европейских. Я всех очень люблю, все замечательно. Приезжайте к нам и лечитесь у нас. Вот когда ты будешь у нас лечиться, тогда пиши письма в поддержку кого-то. А если вы лечитесь в западных клиниках, полностью всех, оборудованным всем, а нас заставляете здесь быть, поддерживать Супрун, то у меня возникает мысль, кто-то из нас нездоровый. Или мы, или они. Я далеко не уверен, что нездоровые мы. Мы просто терпим без конца это издевательство над нами. Вот. Что касается Супрун, я думаю, что мы с вами обязательно сделаем салют освобождения нашей страны от Супрун и от остальных тоже. Но пока вот Гонтарева есть, знаете, мы хроника малых дел. Поставили галочку и пошли далее. Сейчас было примерно, молодцы, 3-3,5 тысячи человек. Это немного, но это немало для первого митинга. А если надо, я думаю, придут, сум подъедут ребята. Потому что она одинаково убивает всех. Ну, не может быть такая великая, сильная страна. Какие-то, ну люди, я не хочу ругаться, но это полуумные люди. Она же, ну это шизофрения. Она вчера рассказывала, что сквозняки полезны, это российская пропаганда. А теперь женщинам надо сидеть на холодном, это не мешает. Вот я поэтому думаю, что мы еще вобьем осиновый кол во все это нечисть, которая творит такое с нашей страной. Я очень аккуратно выражаюсь. Но поверьте мне, и то, что я вижу сегодня в медицине, их надо, правда, я не знаю, что, я не хочу плохих слов опять говорить, но вот я тут подтримую, если не Надежду Савченко, то ее идеологию. Сошлись бы они уже в зал, люстра бы упала уже, и мы бы пошли на выборы, и нормальную страну выбрали. До речі, переходячи до Верховної Ради через люстру, що там, на вашу думку, у нас відбувається? Адже ноги, власне, ростуть і звідти. Проблеми негаразди наших українців звідти ростуть. От ви абсолютно, так і люди вважають. Ви абсолютно правильно говорите. Який там діагноз? Очень які правильно ви говорите. Там рецепт. Можна я вас підтримую? Да? От правильно ви говорите насчет ног. Потому что мозгов там нету в Раде. Есть ноги. Они ходят туда-сюда, там разговаривают. Смотрите, опять же, я ничего плохого не хочу в этой Раде.
Но вот я как член оппозиции такой, да, я никогда в жизни, слава богу, вот я уйду с этой Рады, люди всегда откроют мои голосования. Я в жизни не проголосовал ни за один закон, который убивает мою страну. Поэтому мне хоть в этой части не стыдно. А в остальном уже становится стыдно даже то, что я вообще в сути там сижу. И я вам скажу, что я очень серьезно думаю о том, что не являюсь ли я соучастником этого преступления только потому, что там сижу. Нельзя так. Там ни одного закона не принимается экономически нужного нашей стране. Вот я сегодня там был, ну просто безумие. Или драки, или разборки, или все. Раньше песни пели. Полтора года Надю, это, помните, там плакаты, там «Наде волю». Сейчас опять «Наде не волю», теперь следующая поддержка. Тоже так же, слушайте, они так же нормально. Они все голосовали, пели, что и без Нади мы не выживем. Флешмобы, футболки бесконечные. А сейчас нагло просто все, ни одного мужика не нашлось в Раде проголосовать, просто воздержаться. Фракция, которая она была первая вообще, номер один фракция, голосует, ну хоть просто воздержитесь, совесть у вас какая-то. Нет, рвут вот эта кормушка там маленькая, они все рвутся. Поэтому Рада это антинародная. К сожалению, вот последний символ такой свободы, это казах Гаврилюк, который сейчас ездит на Мерседесе, который положен фронту и рассказывает, что пока картошечку трошечки, петрушечки подвезу. Вот это суть нашей Рады. Поэтому, дорогие украинцы, с глубоким сожалением сообщаю вам, что никакой Рады, сумчане, нема Рады, нема народной, нема украинской Рады. Есть скопище людей, которые рвут Украину для своего кармана. Я думаю, что в Раде можно насчитать людей, которых этим не занимаются, десятка-два, а все остальные абсолютно нездоровые, как бы это мягче сказать. То есть для себя они очень здоровые. Помните, какие они пришли? Худые, подтянутые, в спортивных этих военных костюмах. А сейчас все в Брионе, все отлично себя чувствуют. И на Мерседесах возят картошечку. Тому що на волонтеру це як потрібно це. І з такі ласкаві глаза. І так вони все люблять. Вони по-прежньому люблять Україну. От Чумар зараз виступала, говорить, як вам не стидно українцям, сама страна, самі маленькі ціни, самі маленькі. Вони дійсно ціни для них маленькі. Зарплата не здорова. Є внизу. Я, кстати, хочу опять читатися, я все время это говорю. От я уйду з этой Ради. Да? Я ні разу не зайшов в эту столовую їхню, которая там для. Я не понимаю, почему я не могу кушать со всеми. Я нормально йду, беру подносик, покупаю еду. Они не могут уже. Знаете, как сказал глава фракции «Народный фронт»? Народный депутат не дворник, он не может выжить там на 10 тысяч. Поэтому, что я могу сказать? К сожалению, глубоко не произошла и оппозиция, которая могла бы их держать в узде. Оппозиционный блок, вы знаете, великолепно голосует вместе с Народным фронтом и БВП. И по судебной реформе, и по бюджету, и по Супрун. Сейчас, кстати, мы делали большие митинги. А эта банда почему-то на своем канале поддерживала Супрун. Ну, так же было и с Гонтаревой. Во что я верю? Я верю, что мы умные люди, что мы дадим оценку этому кублу на выборах, что мы дадим оценку тому, что происходит на выборах, что они нас больше уже никогда не обманут. Мы, правда, и раньше так думали, и попадались, да? Но, знаете, был шок такой состояние. Сейчас все понятно. Сейчас уже нельзя, я думаю, нельзя уже спрятаться за ширмочкой. Не приедет дядя заграничный, ни Супрун, ни Абрамявич. Никто уже, мы уже начали верить в себя. А если мы верим в себя, ну тогда надо начинать просто вести разумную политику. Просто разум, взять мозги в руки и включить. А мозги, это они означают одно. Каждый закон, то, что я им объясняю недоумкам, каждый закон, который вы принимаете, надо проверять на кармане пересечного украинца. Вот взял бумажку, написано «разорвать с Россией все отношения». Хорошо. Ну, звучит неплохо. Дальше что? Что? Что будет дальше с сумским НПО? Что дальше будет с химической нашей промышленностью? А если у тебя нет мозгов, как тебе разница? Ты все разрываешь, все. Все войны в этом мире были за рынки сбыта. Надо в башке иметь трошки что-то, да, и смотреть так. Так, вот это выгодно, проукраинское это решение, а проукраинское не то, что они считают, а то, что для людей. Помешает это? Решит работу сумской НПО? Вот этого я не буду делать. Вот это я вычеркну. Слушайте, ну любая страна принимает решения в пользу своих граждан. Сейчас Меркель, они кричат, что она Северный поток. Правильно, потому что она немка, и она хочет блага своей стране Германии, принимает прогерманские интересы. И плевала она на войну с Россией, на украинские крики. Нам надо так жить. Нам надо так жить. Все решения должны быть проукраинские. Любой закон, который любой вообще вот ручку взял в руки, прежде чем подписать, проверь. Вот экономическая вот такая должна быть выкладка. Там написано, это принесет каждому украинцу 3 гривны в карман. Подписывай.
Не принесет, не подписывай. Второе, ну определите, что вы строите. Нельзя больше выбирать людей, которые просто орут. Скажите, мы бы, например, предлагали строить нейтральное, независимое государство по типу Швейцарии, Восточной Европы, не потому, что стукнуло нам это в голову, а потому что, учитывая то, что происходит с рынками, с войнами, с нашими конфликтами, нам это самое выгодное. Нам говорят, нет, нам мы идем в Европу. Теперь Европа, у нас Польша враги, Венгрия враги, все кругом враги. В Европу нас не берут, а мы по-прежнему кричим и голосуем за европейский курс. Европейский курс – это когда у тебя дома Европа. Европейский курс – это когда ты пошел в поликлинику и тебя там обслуживают. Это не Европа, где у тебя забрали пенсии, зарплаты и говорят, что ты теперь должен проповедовать гомосексуализм, и за это ты будешь европейцем. Но это не Европа, это шизофреники так увидели Европу. Европа – это когда село, проезжаешь мимо города и села, они одинаковые. Когда дорога едешь, а у нас что, год дорог видели? И бачив я и ваши дороги. Ну, вот надо их брать, в телегу запрягать с кнутом и возить по тем дорогам, которые они строили. Скажите, пожалуйста, почему Сумскую дорогу строит офшорная компания из Вирджинских островов? Можно мне узнать? Я взял перечень всех абсолютно дорог. Я когда по Одесской трассе проехал, это для меня шок был последний. Я взял перечень тех, кто строит. У нас некому строить. Все строят украинские компании, там помогают. А главное, все, каждую дорогу строят Вирджинские острова, какие-то Карибские острова. Что случилось с нами? Что случилось? Мы нас что, сдали в аренду страну? Премьер сказал, что это год дорог. Он имел в виду, что сопрут вообще все, подчистую не оставят. Он молодец, чемпион мира, такого не было еще. До слова, наш сумський хімпром, який виготовляє добрива і може покрити всю Україну, але чомусь дають перевагу саме європейському добриву. На вашу думку, яким чином держава має стимулювати? Не на мою думку, а на думку всіх людей, у кого осталась одна извилина. Знаете, как действовать должно государство? Это уже опять все просто. Они придумывают какие-то модели, особенно называют, меня всегда раздражает, я ВВП, и все сразу не понимают. Все очень просто. Вот я выпускаю бананы в нашей стране Украине. Выращиваем? Нет. Все, на бананы снимите пошлину, пусть кушают украинцы бананы. Скажите, я химию выпускаю, вот такую химию? Вообще не введите пошлину, как американцы. Трампа 200% введи пошлину на чужую промышленность, и все. Смотри просто за рынком, наблюдай, чтобы нашего хватало, и все. Они что делают? Тепловозы польские, завод убивают. Ну, я могу даже все и руки, и ноги зажимать себе, показывать. Так убили все, что можно было убить. Химическую промышленность просто убили. Россия завозит, у нее намного газ дешевле. Это же понятно, Ишаку. Да? Поэтому она делает более дешевое. Это специально продуманная пророссийская позиция. Нас врятуют от этого только выборы. Какие они будут? Выборы нас не врятуют. Не знаете, врятуют. Если мы опять на выборах пойдем голосовать за этих ясноочих там, певчих, то ничего не врятует. Нас врятует собственный разум. Мы должны теперь посмотреть внимательно на то, что происходило. Вот как бы я оценивал, за что мне делать? Я бы посмотрел на всем политическом спектре, какие партии предлагают. То, что он на трибуне рассказывает, как они все, это потом они целуют. Скажите, что вы предлагаете строить? Вот вы строителей домой берете. Они один поет, второй колядки там, а ты говоришь, подожди, покажи, что ты у меня делать в нашей хате будешь. Вот так и смотрите. Что мы предлагаем? Мы предлагаем Швейцарию Восточную. Вам не нравится, что вы предлагаете? Ничего, петь. Ну, это первое. Второе. Посмотрите, кто, например, в той же Верховной Раде, я считаю, это важнейший фактор, что он говорил и как голосовал. Потому что рассказывать, смотрите, вот там оппозиционный блок, он тоже, например, очень оппозиционный. Голосует за все законы власти. И опять оппозиционный с утра. К ночи опять. Знаете, кто днем порядочный, а ночью не очень, да? Вот это вот, поэтому такая же политическая проституция. Поэтому не смотрите, что рассказывают. Посмотрите, как голосовали представители партии или сами эти руководители партии в Раде. Сделайте для себя вывод. Программа, личное поведение в Верховной Раде. Голос – это поведение. Если ты поднял руку за власть, у тебя уже Мерседес во дворе стоит. Это закон природы. За голосование ключевые по бюджету, я даже не знаю, сколько им заносят. Меня не интересует. Я ни разу не поднял руку. Я как раз всех прошу, кто хочет, зайдите, пожалуйста, посмотрите голосование, и вы увидите, как человек может честно жить в Верховной Раде. Бывает такое? Я понимаю, что редкость, но бывает. Я думаю, что мы все ж таки дочекаемся этого и побачимо это. А мусимо зараз з вами прощатися. З вами була Юлія Астафурова. Ми говорили про суспільно важливі проблеми, про політичну ситуацію в Україні, про медицину. Будемо жити в Сумчані. За життя. І з народним депутатом України та лідером партії «За життя» Вадимом Рабіновичем. На все добре, бережіть себе.